Мы поможем делом. Народная партия Алга. mpdvk.kz. Сегодня руководители Карагандинского и Усть-Каменогорского филиалов, находящихся в процессе государственной регистрации Народной партии Алга, Валентина Махотина и Индира Хакимова навестили в колонии поселений города Усть-Каменогорска правозащитника Евгения Жовкиса. В ходе визита Валентина Махотина поздравила Евгения Александровича с получением премии Хельсинского комитета и обсудила ряд важнейших юридических вопросов. Эта система настолько гнилая, что, в общем-то, нормальному человеку понять это очень трудно и очень сложно. Но с юмором и с иронией Евгений Александрович сказал, что, вот, наверное, находясь внутри этой системы, он начал еще лучше понимать ее. И поэтому сейчас он готовит ряд рекомендаций, ряд статей, публикаций именно о том, что нужно. После того, как алговцы вышли из колонии поселения, они дали интервью журналисту информационного видеопортала «Стан-ТВ» Алле Степановой и рассказали о самочувствии Евгения Жовкиса и о его правозащитной деятельности в условиях изоляции. Когда сотрудники колонии поселения пытались препятствовать съемке, делая упор на то, что колония является режимным объектом, совместными усилиями алговцам и журналистам удалось убедить сотрудников полиции, что ничего противозаконного они не совершают, и полицейские, не выдержав напора, ретировались.